привет всем моим подписчикам. Я счастлива, что я вернулась на YouTube, потому что поняла, что не буду вот это вот откладывание 150 раз задерживать видео. Вот все отлично. Вчера сняла влог, сегодня его смонтировала, скоро буду выкладывать. Я вот сейчас вся в цветах, приготовила обед, осталось сделать пюре. Картошечка уже сварилась, будем обедать. В общем, сегодня супер день, тепло, развесила белье сушиться на улице, проснулась в 10 часов, в общем, куча новостей, столько всего интересного. Может быть, буду кусочками вставлять какие-то интересные моменты с прошлых видео, с прошлых дней, когда я не снимала и не выкладывала видео. Та-да-да-дам! Я подготовила стол для нашего обеда. Так, сделала салат. Свежий. Вчера мне подарили вот такую вот пластиковую, ну не знаю, я ее для печенья, для конфет буду использовать. Здорово, что она пластиковая, потому что если дети это все потащат с собой в комнату, ничего не разобьется. Здесь у меня Григория цветы. Обожаю это сочетание цветов желтого и вот такого сине-фиолетового. Мне очень нравится. Все, пюре готово, вкусное, домашнее. Всегда его делаю вот этой толкушкой. Родня делает миксером. У нас почему-то после миксера не едят, поэтому всегда толку толкушкой. Главное ее сразу помыть, чтобы ничего не пристало. Делаю еще курочку в духовке. Слушайте, вот это вот стирает вот так вот, с такой обильной пеной, вот этот вот японский порошок для белого. И даже в прошлый раз, в этот раз я вообще мало положила пены, поэтому отсюда не вылазит. Ну вот чуть-чуть гляньте. А вообще, в прошлый раз у меня отсюда вылазила пена, потому что настолько он концентрированный, поэтому ему нужно класть совсем немного, буквально, наверное, столовую ложку. И как понять, что у нас тепло? Я одела шлепки. Вот это значит уже весна. Солнышко. Хорошо. Красота. Все, мальчики поиграли на улице, папе помогли. Теперь можно и пообедать, да? И я буду обедать. Да. Наконец-то я убрала кухню так, как я хотела. Потому что многие здесь вещи пряничные, они мне уже не нужны. 8 марта прошло. Теперь тут цветочки меня радуют. Целая кастрюля желтых тюльпанов. Мои самые любимые, это желтые. Все чистота, везде цветы, и здесь цветы, и здесь цветы, и здесь на открыточках, это Афонькина открытка, это Гришина открытка, так, Антошкина еще в машине, вот, у Антохи была такая как досточка. Что тут по кастрюлькам у нас? Пюре. И здесь сварила только сейчас вот компотик. Здесь кизил у меня, вишня и яблоки. Все, сейчас немного настоится, буду его остужать. Достала здесь ливер. Его нужно будет обжарить с луком. И будет начинка для блинчиков. Так вот. Я хочу на ужин приготовить блины. Здесь у меня молоко. Чуть меньше литра. 5 яиц, по-моему. В общем, все на глаз. Немного соли, немного сахара. Сейчас буду добавлять муку по чуть-чуть. Все взбивать. Ну, вот венчиком вот так все перемешивать. Потом это все немного постоит, чтобы мука разошлась. И буду пить блинчики. Мне хочется прям сегодня сделать с разными начинками. Ну, посмотрим, как пойдет. Мне так не хотелось идти сеять муку, еще пшеничную, я имею в виду. Поэтому у меня было здесь немного кукурузной. Я ее сюда добавила совсем немного, потому что кукурузная, она немного утяжеляет. Ну вот на мой вкус, да, по опыту использования. То есть у меня была овсяная, еще какая-то мука разная. Вот кукурузная утяжеляет. Поэтому я ее кладу прям совсем немного. Вот. И сейчас это все постоит, и я пока схожу за дровами. Здесь яйца 5 штук, муки, все это на глаз, соль, сахар, молоко. Венчиком вот так все помешивала.
И теперь жду, когда, во-первых, немного разойдутся комки, они здесь есть. И глютен, который в муке, в общем, здесь тоже начнет работать. Будем печь блинчики. Ба-бам! Посмотрите, сколько стирки. Еще стирается. Все потому что выходные. Вот мальчики вышли на улицу, пришли обедать, сняли с себя всю одежду, положили ее в стирку. Сейчас опять пошли на улицу, то есть надели на себя все новое в трех экземплярах. И опять пошли на улицу играть. Поэтому вот стирать мне, конечно, на выходных приходится многовато. Ну, не мне, конечно, а стиральной машинке. Вот, топлю уже котел. На улице настолько тепло, что мы растопили вот только в 4 часа. Огонь. Тут все поправить. Растопщик, что меня даже может затухнуть то, что хорошо горело. Все, блинчики почти готовы. Здесь еще немножечко теста. Дожариваю вот. Их тут не так много будет, но они вкусные. Я теперь жарю ливер с луком. Дети, конечно, такое есть не будут. Да, Фоня? Не будешь такое есть? А что ты будешь есть? Да что вы говорите? Я буду капустом. А я тоже сохраню. Не надо моя сохранять. Я сохраню. Нет. Да. Я сохраню. Да. Гляньте, как будто какая-то там летающая тарелка. На самом деле тут на видео не очень видно, но в натуре тут просто огонь какой-то в небе. В общем, потрясающе. Я сейчас еду с магнита. Накупила тут разных начинок. Сметану. Захотелось мне красную рыбу. Ну, это все для блинчиков. Будем кушать. Острый. Да? Так, смотрим. Покупки, значит, кетчуп я купила. Афоня. Апельсины. Афоня. Покажи, что это. Махеев. Да, малиновый к себе купила с рыбкой. Ну, я хочу с блинчиками рыбу и этот рыбу. Теперь я понимаю, почему. И вот это вот. Мне кажется, то, что у тебя это что-то со вкусовыми рецептами. Да? Так, сметану купила. Сейчас я люблю вот такой вот мягкий творог. Есть помидор. Ну, ты такой будешь, надо только сюда вот этого джемика добавить, и будет вкусно. Он на самом деле не сладкий, очень мягкий. Я сюда добавляю облепиху, но можно... Это сыр с зеленью. Это сметана. Зачем? Просто я хочу, чтобы они пришли с Тимофеем. Или с ее братом. Такой джим, такой кофе. А он хорошо играет в футбол. Знаешь, со скольки пошел? Со скольки? Огурец, помидорки. Все, у нас сейчас будет масленичный ужин. Вот так вот рыба с сыром. Кто хочет сметану? Что, Афонь? Ты что хочешь, Афонь? По жопе. Джемик тебе? Да. Держи. Так, это ливер. Салат. Да, это потому что я его открыла. Понюхай, как он пахнет малинкой. Почувствовал? Что делают настоящие женщины? Приехали со своим шашлыком, да, родня? Втянули живот? Родня, расслабься. Так, у нас сейчас будет шашлык. Думали, что 2 шампурика, но будет даже 5. Привет! Маленька, привет! Афоня, а что произошло с ним? Знаешь, что ты мне кажешь?
Расскажи, сынок. Давай бумагой отмотай. Кого, Оля, кого? Вань, давай, давай. Бумагой, ты что, не знаешь? Могу. Обмотать? Да. Давай. Подожди. Подожди, вы его вчера кинули утром? Сегодня утром кинули? Его сейчас вчера раз кидали? Нет, давай вчера кинуть. Подождите, дайте Зоя поговорить в сафоне. Зоя, говори в сафоне. Ну давай, не извините, давай милиться. Сойдите к себе на диванчик, Гриш, идите. Все нормально, Зоенька? Ну хорошо. Это жара по новой технологии. Очень сильный жар, все его проверили. И несколько раз. Что-то поджарилось, убрал. Поджарилось, убрал. Григорий, Гришоль. Когда сок остается в шашлыке. Вытрет здесь грязь. Это я поэтому. Кого? Гриша на тарелке, я думала, что я себе. Почему же они все стейки на очень горячих сковородках и это сразу? Давай, маленькую большую. Коля, ты что делаешь, Коль? Не надо сюда, не надо. Привет. Кого? Ты видел, что тебе тут ждет? Шашлык, да, шашлык. Котлета. На, Коля, ушка. Включать? Давай. Ты тоже? Скибиди-уа-па-па. Скибиди-уа-па-па-па-па. Острый соус. Ага, что у тебя там, петрушка во рту? Да? А я не помню. Да, мы ходили в Мало? У нас была застолье, вы остались у нас, мы посидели хорошо, а потом на 9 марта мы пей. Ну, 9 марта мы, наверное, тогда были в Меге, да? Это что, в Голом Поваре мы в первый раз были в Меге? Родня, у нас тут диджей. Сержунь, ну как тебе концерт? Хорошо? Лайк? Мама, прости меня, что я красиво так. Прости меня. 8 марта закончилось. Когда ты, если чуть-чуть ниже, то, в принципе, будет уже какой-то у меня это, надежда на лучшее.
Ура! Это мостик! Молодец! Молодец! Спасибо! Все уже, выступления закончились, да? Еще компотик, а у Грёзы спроси, можно? Конечно, можно! Сейчас нальем, домой нальем, давай! Давай, давай, Надя! Коля, давай свою бутылочку! Коля, тебе уже по жопе надо давать! Прости, слышишь, мама, будь всегда со мной. Ай, убивают людей. Все, до свидания. Ой, я навожала. Ой, я навожала.